Добрый день, любители рыбалки. Приехали на речку. Обещаю сегодня сильные дожди. Вчера такая была погода классная. Сегодня обещаю дожди. Будем готовить прикормку на фидер. Буду готовить ее немного, так и если будет дождь, то эта прикормки будет хана. Ну, вот такая вот мицный фидер. Добавлю клубнику. Так, и добавить надо будет пшено. И добавить пшено. Забил. Достаточно. Пусть настаивает. Погода шепчет, займи да выпей, но мы не пьем. Клюет вот такой вот бычок, бичечек, и рака такого поймал на удочку. Вот такой вот рак попался на удочку, на крючок. Ну что, вот и утро. Ночь, конечно, была ужасная. То дождь пойдет, то перестанет, то опять пойдет, то опять перестанет. Ну, думаю, сейчас наступит утро, закончится дождь, будем продолжать рыбалку. Ага, хрен там. Дождь опять идет. Ночью клевал подлещик, лещик. Была одна поклевка карповая, я ее не реализовал. Вроде бы и вцепился, но видать плохо. Рак в основном только на удочку клюет. Вон такие вот экземпляры. Надо. В раколовку идти не хочет. Ну да ладно. Посмотрим, что нам даст утро. Ну, по всем прогнозам, наверное, ничего хорошего утро уже не даст. Потому что весь клев в основном ночью. Но ночь, конечно, была еще та ночь. Вроде бы и не холодно. Но вот этот слякоть, морось вот эта, она так достала. Ладно. Посмотрим, что удаст утро нам. Мазохисты, бляха-муха. Только дождь закончился. О, это уже классно. Это уже хорошо. Вон таранька проклевывается на фидер. Хочу попробовать на мотыля. Мотыль мелкий. Поэтому беру обыкновенный ниппель. Кусочек обрезаю и беру такое приспособление китайское для одевания бойл этих гранул. Надеваю сюда резинку и дальше просто
Просто захватываю мотыль. Тот, который не уцепился, он мне нужен. Теперь надел сюда шарик, чтобы немножко приподнять над дном. О, ну вот он наш мотылек. Ёк-макарёк. Вот так, ну сейчас вот попытаюсь что-то поймать. Опарышем сверху его закрою. Дала моментальную поклевку. Это говорится о том, что надо думать, и что-нибудь обязательно придумаешь. Вот так вот. Казалось бы, ерунда, да? Просто приподнял прикормку на дно. Тоже червячка захотела. Ну что, вот и наступил тот момент, когда нам надо уже собираться. Вымокли окончательно, бесповоротно. Товарищ говорит, хорош, хватит, еще не хватало заболеть. Давайте посмотрим, что мы там поймали. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть, и ладно. Вот эти вот лещики, это все ночное. Это ночная охота. На таранчик это уже сегодня на фидер. Вчера немножко и сегодня. Все, дорогие друзья, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Вон, дождь уже идет. Уже не пыль, а уже начался конкретный дождь. Надо сваливать.